Мои дети будут благодарить тебя за помощь. Это невероятно. Прямо в центре города, и никто ничего не видел. Невольно задумаешься о выучке стражи, если хочешь знать мое мнение. Мне жаль Нордерта Лелеса. Он хороший человек, но его так легко обмануть. Спасибо, великодушный господин. Да пребудет с тобой благословение Ану. Все кончено. Сколь веревочки не виться, я конфискую все, что украдено. А теперь выбор за тобой. Заплати штраф, или я упеку тебя за решетку. Жаль, у меня была надежда, что ты окажешь сопротивление при аресте. Хорошо, процедура такова. Идем в замок. Сначала мы обыскиваем тебя, конфискуем все украденное, затем ты платишь штраф, и мы отпускаем тебя. Да, мастер, нужны мои услуги? Да. Я бы не стал входить туда, разве что у тебя достаточно крепкий желудок. У нас приказ оставить все как есть, пока не завершится расследование нападения на церковь. Это непостижимо. Ума не приложу, как кто-то мог войти и затем выйти незамеченным нашими патрулями. Возможно, пророк прав. Какой-то дьявольский рок навис над нами. Он проповедует почти весь день напротив часовни через улицу. Мне показалось было, что он безумен, но сейчас представляется, в его словах есть смысл. Надеюсь, это не значит, что теперь я схожу с ума. Он наш новый капитан. Мне не приходилось встречать человека достойнее. Хватит болтать. Боги, чему обязан этой честью? Я всего лишь скромный пророк. Что за дело тебе до меня? Это только начало. Уморил вернулся, как предсказал на смертном одре пеленал Вайтстрейк. Уморил неоперенный король-маг Айлейдов, правивший этой землей за долгие века до становления человечества. Он был низвержен пеленалом Вайтстрейком, но дух Уморила выжил и теперь вернулся отомстить богам. Неужели никто не помнит легенд древности?
святой Пеленал, легендарный божественный крестоносец, соратник Олесии в период, когда ею свергнуто было правление Айлейдов 3000 лет назад. Пеленал с помощью богов бился с айлейдским королем-магом Умарилом и сразил его. Но дух Умарила выжил, и теперь он вернулся. Неужели ты не понимаешь ничего? Кровь говорит. Я могу прочесть древние руны, если ты не можешь. Ас ойобала умарилей элнадаракувар. На языке айлейдов вечной властью Умарила боги смертных должны быть низвергнуты. Проклятие на древних врагов Умарила и угроза. Увы, Умарила не остановить. Без помощи богов, без реликвий крестоносца, без защитника боги не смогут действовать. Но кто среди нас достоин обладать вооружением святого крестоносца? Отправишься ли ты на поиски святых доспехов Пеленала Вайтстрейка, легендарных реликвий, веками разыскиваемых могучими воинами? Ты достойный рыцарь. И достойный последователь Ганнибала Травина без сомнения. Уверен, твое искусство мага позволит тебе в мгновение ока обнаружить утерянные реликвии. Оружие и броня Пеленала Вайтстрейка, соратника Олессии, пожалованы ему 8 божествами. Он пошел один в башню белого золота, вызвал короля-мага Айлейдов на поединок один на один и сразил его. Увы, Умарил не был убит, а лишь изгнан за пределы Нирна. И сейчас он вернулся, чтобы отмстить богам, как было предсказано, самим Пеленалом на смертном одре. Только у истинного рыцаря, обладающего благими реликвиями святого крестоносца, есть шанс сразить Умарила. Но горе Тамриэлю! Реликвии крестоносца были утеряны много веков назад. Кто теперь сможет преуспеть в поиске реликвий, если величайшие рыцари, воспетые в легендах, потерпели неудачу? Он враг всем, кто свободно ходит сегодня по Тамриэлю. Последний из древней расы айлейдов-рабовладельцев, некогда правивших Сиродилом. Он был повержен Пеленалом, но благодаря своему искусству Умарил сумел бежать в царство своей госпожи, лорда Дейдра Меридии. Так что он не был убит, а лишь выброшен в воды Обливиона. Теперь он вернулся, чтобы обрушить свое мщение на богов, много веков назад способствовавших его краху. Сначала было 8 божеств. Затем Тайбер Септим стал Талосом, и 8 стали 9. Я следую старой традиции, чувствуя 8, но отдавая дань и одному, Талосу вошедшему. Можешь ли ты назвать себя достойным рыцарем?
Я прошу прощения, что решился задать вопрос, глубокоуважаемый мастер. Не смею прерывать твои поиски реликвий. Можешь ли ты назвать себя достойным рыцарем? Тогда я уверен, что ты без проблем найдешь реликвии самостоятельно. Тебе определенно не нужна помощь ни людей, ни богов. Почему же вдруг почтенный рыцарь пришел ко мне за помощью? Можешь ли ты назвать себя достойным рыцарем? Честный вор, я оставлю служителям Зенитара обсуждение этого парадокса. Боги даруют проницательность тем, кого считают достойными. Почему и как они действуют, не предскажет никто. Я могу лишь сказать вам, что традиционно рыцари, желающие отыскать реликвии, должны пройти путем паломника. Посети дорожные святилища 9 богов. Молись каждому и проси их покровительства в своей миссии. Если боги будут благосклонны, тебе будет дан знак. Отправляйся в путь с благословением 9. Для тех, кто хочет отрешиться от прошлого, путь паломника – традиционный способ очистить себя перед богами. Следуй карте, что я дал тебе. Посети дорожное святилище 9, молись и жди знамения. Он был побежден пеленалом-крестоносцем, но не уничтожен. А теперь он вернулся, дабы отмстить богам. Только у истинного рыцаря, обладающего реликвиями святого крестоносца, есть шанс сразить Умарила. Пусть 8 и 1 направят твои шаги.
Тебе не одолеть меня.
Салют, рыцарь! Ты ищешь мои реликвии с чистым сердцем! Твои молитвы пробудили меня от бесконечного сна. Или, возможно, я еще сплю, а ты мне видишься во сне. Мне кажется, иногда кто-то обращался ко мне, кто-то вроде тебя. Но воспоминания подводят меня. Возможно, они приходили после тебя. Твоя миссия очень важна, раз боги позволили нам говорить. Неужели Умарил проклятый нашел путь назад? Наигнуснейший из гнусной расы. Тысячи проклятий на его богомерзкое имя. Я думал, что победил, но я должен был знать. Рабовладельцы — коварное племя. Умарил нашел способ обмануть смерть, а я — нет. Если ты будешь искать мои реликвии, мало чем могу помочь. Происшедшее со временем моей смерти подобно туману, который разум не в силах охватить. Мои друзья построили гробницу на месте моей смерти, там, где эльфы, мстя, замучили меня. Я могу показать, где она была. Возможно, она еще там. Успеха тебе, сэр-рыцарь! Да даруют тебе боги возможность навсегда уничтожить Умарила, чего не смог сделать я.